Буквально через несколько минут мы приступим к церемонии награждения наших самых юных спортсменов, которые пока еще только делают свои первые шаги в спорте. И сегодня на соревнованиях они показали, что тренеры работают не зря. Мы увидели упорство, стремление, волю к победе. Одним из таких юных спортсменов является самый маленький, самый легкий участник соревнований. Но он показал, что он уже настоящий спортсмен. Сегодня были его первые в жизни соревнования. И это Иван Шипицын. Ваня! Кубок вручает председатель Совета депутатов за то город Североморск Евгений Платонович Алексеев за первые соревнования на Бане. Стремись, работай! Запомни это Поздравляем тебя! И всех интересной спортивной жизни. А мы желаем всем юным спортсменам удачи на их нелегком пути в спорте, громких и ярких побед. И, конечно, крепкого здоровья, богатырского здоровья.